Заняла позицию повыше, сказала, что играть ни с кем не буду, и чтобы не приближались ко мне как минимум на метр. Мало ли, какие вы заразные. Киса, Алиса, да ты чё? Чем мы тебя можем заразить? Она чихнула? Ну вот зачем ты поддаешься этой дурацкой панике? Мне пора. Она чихнула рядом со мной, я ухожу. Я с тобой. Мне показалось, что она даже кашлянула. А мне кажется, от нее идет жар. Больше с ней не общаемся. Не подходи к нам. Да мне просто пылинка в нос попала. Я решила себя обезопасить. И остальных тоже. Короче говоря, карантин. Все-таки странные эти двуногие. Целую неделю посылка в закрытом коридоре у них валялась. А вдруг еда, она же испортится. Я решила открыть. Жалко же, если добро пропадает. Вот дураки. Так, гречку съели, последнюю пачку. Придется переходить на рис. Кто? Кто может издавать звуки в коридоре? Мы же никому не открываем. Мы же... Там же еще в карантине лежит наша посылка из Китая. Ты что, сдурела совсем? Ну вот, пакет намочила. Аккуратно, аккуратно. Нас ни вирус, ни ковид не пугает, не страшит. Любой вирус и ковид наша дружба победит. Ох, уж не знаю, что произошло с моими двуногими, но в тот день они вдруг запаслись целой кучей моих любимых игрушек. Знают, что я люблю. Начинаем бомбежку! Ты меня тут не видел. Первый пошел. Второй бросок. Комбо! Воу, вот это было мощно. И только после еще нескольких точных ударов мне это все стало казаться подозрительным. Зачем им столько туалетки? А вдруг? Это совсем не для того, что я думаю. А вдруг эти козяки купили ее не для меня? А куда мы положили туалетку? Кажется, к тебе в комнату. Упс, интересно, если я так замаскируюсь, меня заметят? Сейчас принесу рулончик. Надо на всякий случай один рулончик с собой перехватить. Алиса! Кажется, нас заметили. Ля-ля-ля, а я нашла свой запасик. Куда собрался? Нет, это же последний. Короче говоря, карантин. Это наши последние запасы гречки. Ну ничего, прорвемся. О, иди ко мне, моя любимая игрушечка, моя туалетная бумажечка. Вот это мистика. Как это такое получилось? Короче говоря, карантин. Я думала, двуногие просто поехали кукухой. Но в один ужасный день я наткнулась на статьи в их телефоне и решила почитать, что там пишут. Оказывается, на мир напал вирус, и все в панике. Я тоже не должна бездействовать, поняла я. На улицу ни ногой, ни хвостом. В последний раз я побывала там, когда опустошала все полки с кошачьей едой в супермаркете. Карантину готово! Да с таким запасом я к концу света готова. Есть решила экономно. Но не получилось. От стресса за вечер умяла 5 килограмм.
Потом меня пучило и поучило так, что орать только и оставалось. Короче говоря, карантин. Заняла позицию повыше, сказала, что играть ни с кем не буду, и чтобы не приближались ко мне как минимум на метр. Мало ли, какие вы заразные. Киса, Алиса, да ты чё? Чем мы тебя можем заразить? Она чихнула? Ну вот зачем ты поддаешься этой дурацкой панике? Мне пора. Она чихнула рядом со мной, я ухожу. Я с тобой. Мне показалось, что она даже кашлянула. А мне кажется, от нее идет жар. Больше с ней не общаемся. Не подходи к нам. Да мне просто пылинка в нос попала. Короче говоря, карантин. Туалет я теперь хожу с особой осторожностью, применяя все меры безопасности. Помыла лапы до туалета. Обработала туалет санитарным спреем. Сходила в туалет. Помылась после туалета. Обработала туалет санитарным спреем. И вот как только я об этом узнала, я решила себя обезопасить. И остальных тоже. И долго мы будем... Будем так выглядеть. Киса, Алиса, а? Столько, сколько потребуется во имя нашей безопасности. Так что хватит ныть. В особых случаях я использую специальные защитные резиновые налапники. В обычное время просто налапники. Особенное внимание я уделяю очкам. Через глаза, между прочим, это тоже передается. Вы что, не знали? Киса, Алиса. Держи дистанцию, слышь? Что с тобой происходит? Зачем ты создаешь панику? А вы-то туалетки себе купили. Последнюю защиту с меня снимаешь. Ты меня не любишь. Алис, эти вещи тебе не помогут. То есть я все равно умру? Нет, просто нужно предпринимать другие меры. Ты права. Пошла выкопай себе бункер. Я имела в виду кое-что другое. Короче говоря, дорогие двуногие, вместо паники, прямо сейчас пойдите и посмотрите сегодняшний ролик на нашем канале Magic Family про новые факты об этом вирусе у наших питомцев и что нужно делать обязательно. Ссылка в описании. Так, копать бункер будем тут. Нас ни вирус, ни ковид не пугает, не страшит. Любой вирус и ковид наша дружба победит.